учебно-производственный комплекс. Кто-то на столяре, на столяров, кто-то еще там на что-то. Mm-hmm. И была такая группа там водителей, кто желает права получить. Чего ж не получить? Бесплатно. Раз в неделю ходили. Не, у нас тоже было пока, у нас там тоже было. Два года, правда. К концу 10 класса перед получением аттестата выдавали права. Мне выдали. Это мне еще даже 17. Мне 16 лет было, мне уже права получил. Нормально. Один раз в неделю пришел, посидел. Пришел, посидел, вождение, легковая, грузовая. Москвич, пирожок, газ 53, 52. Не, ну я смотрю, в Луганске все равно где машины в автошколах, ну, намного лучше, чем у нас в городе. У нас тут шестерка, 3 Део и Лада Калина. А тут я смотрю, здесь машины намного лучше. Да. Хотя я вот до войны я вообще абсолютно не умел машину водить. Просто знал дисциплине, газ, тормоз такое. А туда попал, я там во многих поездил, научился. И вот больше всего я ездил на лонгом белом бусике. Типа мне очень этот бусик понравился. Нет, а, это Мерс. Прям офигенная машина. Едет вообще отлично. Но из-за того, что заправляли постоянно военным дизелем, движок стуканул. Военная техника-то не перебирает особо качество. Да. Все попало. Потому что вообще бусти починить, там все настолько денег хватит. Ну да, вот он Мерс. Я когда еще машину так себе присматривал и увидел автосалон типа луганский есть. Зашел, хочу посмотреть цены. Ты там бэушная все равно. Не, ну там есть типа такие как. Не, ну свежие, да, но все равно бы. Ну там пробег там 10 тысяч, 5 тысяч. Но я смотрю цены, но они намного выше рынка. Они очень высокие цены. Ну, то, может, дешевле поехать в тот же Ростов, там поискать. Ну, в Ростове, да, Ростов, дешевле. Краснодар. Я когда-то еще хотел с Грузии, либо с Польши, типа, машину. А там что-то когда зашел. Ну, туда лучше со специалистом ехать. Да, там, короче, джип Range Rover 2014 года с растаможкой 370 тысяч. Я такой думаю, да, что-то... Что-то как-то, блин. Да, в России, на российском рынке он варьируется этого года от 1,2. Это только как минимум. И то это он будет там битый, скорее всего. А нормально такая цена 1,4, 1,5. А там 370 тысяч. Да, я прям так сижу. Там можно из двух спаянных там, блин. Я прям сидел, посмеялся. Передок от одного, задница от другого, блин. Ну так мне там товарищ автошколы рассказывал.